Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Лол и... Лимон. Да. И сегодня мы будем троллить, и сейчас я добавляю его. Через здесь я позвоню. Да. Я... Все. Что-то он через 10 минут позвонит. Зашибись. Ну подождем 10 минут. Подождем. Окей. Так, все, ребят. Мы... Скажи, чтобы он меня не выгонял. Тихо, я ботаник. Ай, давай. Блин. Алло. Алло, Влад. Влад. Влад, алло. Алло, Влад. Влад. Алло. Алло, Влад. Лучше. Получше, но все равно не слышим. Еще погромче. Влад, ох, который сейчас на карте мапер, и это я с ним. Меня давай, тоже не выгоняй. Скажи что-нибудь. Еще чуть погромче. Али, нафиг. Ну? Скажи что-нибудь. А, блин, тебя вообще не слышно. Слушай, можешь микрофон хотя бы к себе принести? Ну, окей. А, так, а дашь мне строчь хотя бы, что ли? Слушай, у тебя 11 лет, да? А, понятно. Да, так. О, я могу строить, я администратор, я модератор, да? Я тоже. Классно. Так, а что мы будем делать, ребят? Ребят, я скачал программу, давайте будем снимать. Так. О, тебя, кстати, слышно стало. Так, давай. Вставайте все сюда. Да. Вот сюда. Давай. Влад. Давай. Так, давайте. Раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья. С вами Банан и... Лимончик. И... Влад, поприветствуйся. Да. А, короче, сегодня мы будем на карте Влада. И... Короче, идите стройте дома, а я пока что покажу все постройки. Давайте, Дим, иди строй. Так, короче, вот Влад строил здесь Бэтмена. Вы где, ребят? Ну ладно. Бэтмена, Симпсона, Doodle Jump, Angry Birds и всякое такое. Сейчас я вам покажу постройки некоторые. Так. Так, ребят, не заходите сюда, здесь идет, то есть не заходите в Макдоналдс, окей? Я вот помечу как-нибудь. Вот так. Запрещено заходить пока что. Обозревание идет. Так, ну вот здесь как бы все такое, вот сделано из камней. Да. Так. Слушай, Влад, зайди вот на F10 и готов сохранить на счет 3. А? Нажми на F10 и сохрани на счет 3. Блин, я хочу увидеть бабах так. Чего? Не, окей, сейчас тогда. Сейчас. Так, сейчас. Блин, как выйти? Сломайте тут блоки. Так, окей. Я не буду взрывать. Сейчас я знаю, куда можно поставить, чтобы там ничего не было. Так, только вот сюда. Вот, я как под картой. Тут сейчас поставится. Ну, ставься. Вот, по сути, оно под картой сейчас. И не будет ничего. Или будет. Я не знаю. Так, короче, вы идите строите дом. А я пока что тут покажу все. А, короче, вот картинки. Ребят, стройте дом, а потом я вам покажу дом. Как бы тут заключается все в этом.
Вот картинки, тут сундук. А, картинка, картинка. Так, зашёл. Влад, иди помогай Диме строить. Строить там. Я мастер. Так, строитель. Вот, вот тут картинки. Вот тут картинки. Вот. Вот тут вообще. А вот, вы тут строите. Понятно. Так, вот. Так. Я сейчас, короче, сделаю. А, вот, вот здесь как бы картинки, картинки, картинки. Вот. Да. Вот. Тут бургеры. Влад, ты читер, нет? Вот. Здесь бургеры, всякое такое. А здесь картинка. Так, слушайте, я сейчас, наверное, нажму, у меня что-то залагало. Вот, все. Короче, я сейчас вам помогать пойду. Так. Ну, попробуем, может, сохранить. Ребят, сохраните, подождите. Сохраните на секунду. Влад, сохрани сейчас. Быстренько. Я кое-что хочу показать. Ты сохранил? Напиши, а то мы тебя опять плохо стали слышать. В чате. Вот сохрани. И сейчас... Я просто хотел бабахнуть и перезайдем. Ну, чтобы зрители увидели. А, вот, отлично. А, смотри. Так. Ты чё? Ты куда пошел? А, ну, да, я у тебя тут взорвал немножко, прости. Вот, ну, короче, ты попал в троллинг-шоу. Вот, ну, твоя карта говно и днище. Еще ты попал на YouTube, чувак. Спасибо. Ты вообще такой молодец. Тебе скинуть мой каналчик? Я тебя не слышу, успокойся. У тебя целый термат, Марат. Да? Я не знаю. Не послышу. Ну, короче, ты мудак полный, чувак. Чё ты сидишь тут? Не знаю, твоя карта дерьмо полная, полнейшая. И ты тоже дерьмо, потому что твоя карта дерьмо. Вот. И ломай ему там все, Дим. Я не ломаю. Ну, короче, он меня забанил, ну, потому что он лох. Да, чувак. Да, он вышел. Ну, короче, ладно. Вот такой выпуск получился. Всем спасибо за просмотр. С вами был Мистер Лол и... Лимончик. Да, всем пока.